Как сыграть, чтобы зритель поверил? В чем главная сложность профессии артиста? Приносит ли удовольствие каждая исполненная роль? Разговор получился насыщенным и увлекательным. Куряне не упустили возможность узнать все, что интересно, лично от опытного профессионала из столицы. Порекомендуете ли вы этот карьерный путь? И почему? Актерская профессия – это 99% труда и только 1% таланта. Это тоже нужно понимать. Что это пахота 24 часа в сутки, и днем, и ночью ты работаешь на эту профессию. Как бы сказочно она ни казалась, какие Роллс-Ройсы, там, Мерседесы, ну, парадные в картинке ваши не стояли, какие бы статуэтки вы во сне не получали или наяву. Это 99% чудовищно тяжелого труда. Сам артист отметил, что приехать в Курскую область хотел давно и считает этот визит большой честью. Как и у каждого жителя нашей страны, у Вячеслава Манучарова героические предки. Его дедушка – участник Великой Отечественной войны. Для меня большая радость приехать сюда, на Курскую землю, где каждый сантиметр пропитан нашими подвигами, великими подвигами нашей победы, героическими подвигами наших людей, наших соотечественников. И мне вообще видится, что Курск, Курская область – это такой... один из центров страны по патриотическому воспитанию молодежи. Участие во встрече приняли порядка 40 человек, и каждый ушел вдохновленный на собственные свершения. Анастасия Давыдова, Сергей Малеев. События дня.